утро. Дэн разбудил, говорит, у тебя там амур поймался, а я вчера у Бенчики повешал. Там, где зацепил снасти на амура. И вот он где-то там. Извини, не увижу сейчас, наверное, против солнца. Где-то там, на том берегу. Сейчас поплывем смотреть. Где-то там, да? Угу. Вот и амур попался. Ой, ё-моё. Ой-ой-ой. Не оторвал бы, слушай. Не оторвал бы. Леска-то здесь так себе. Ну-ка, дай чуть вперед. Ой, блин. Не оторвал бы. Это не на спиннинг тебе его доставать. А, небольшой, по-моему. Ну как небольшой? Опа. Ага. Блин, да, сработал камыш. Стрипку корягу принесло. Где? Вот, не было двери. Чуть-чуть бы еще. Не, она, по-моему, была, но она, по-моему, притоплена была, что ли. Вот такой. Блин. Фу. Давай глянем, второй объели, нет. Да, сейчас отвезем, потом зарядим. Ну, 4 килограмма, наверное. Вот так. Ну, вот такого поймал амурчика. Вот, похоже, здесь сазан поймался. Загибает. Фрикцион я специально посильнее затянул, чтобы они у меня не утаскивали в коряге. Блин, что-то так хорошо дергает на течении. Ничего себе, что там такое? Тоже амур, что ли? Ну да. Амур в кушары пошел. Ничего себе. Амуры разошлись. Сегодня. Опа! Вот это да? Ничего себе! Второй амур за утро.
такой же размером, тоже стандартный. Обычно вот такие чаще всего ловятся. Ой, такой шустрый, ничего себе. Нифига себе. Опа. О. Да блин. Вот такой амурчик, он самый раз. В смысле, на вкус. Блин. Когда... Блин, да что такое? Не могу удержать, короче. Пойду отнесу туда. Там разберусь с ним. В общем, хотел отпустить этого амурчика. Сейчас туда понес. Ну, что-то с него кровь так хлещет прям сильно. Не знаю, как он так повредился. Ну, не знаю, сейчас он в садке там сидит на течении. Если нормально оклемается, то я этого маленького отпущу, которого здесь поймал. В общем, я сейчас еще раз перезаброшу вот эти закидушки здесь на берегу на кукурузу. А потом уже дальше буду ловить только хищника. То есть и там у меня закидушки, которые на островах стоят. Я, наверное, еще раз сейчас на кукурузу переставлю. Ну и все. Потом все эти снасти будут переделаны чисто на хищника. И еще один день, то, что мы здесь будем находиться, я буду ловить чисто хищника. Поставлю тройнички, нарезку. И еще сейчас поплывем смотреть сама. У нас там снасти-то расставлены. Посмотрим, может быть, где-то еще и сом попался. Сейчас глянем. Заряжаю опять на амура. Все, погнали. Или было. А, вон он к берегу пригреется. Смотри, он зацепился, как везде хорошо. Так. За корягу как-то заехал. А как так? Через нее, наверное, перекрутил. А, вон. Стопорок, оказывается. Давно сидит. Глаз проткнул. Ага. Опа. Ты опять один палец сейчас засунешь в рот, он тебе его вывернет. А я теперь другой засуну. Ну, килограмм 7 есть, да? Нет, чуть 6, наверное. Прогноз не сбылся. Да, прогноз не сбылся. Ну смотри, утащил. Утащил их. Поклевка была здесь, это 100%. Вот такой вот. Килограмм 6-7. Зверюшка попался.
Здесь офигеть какая поклевка случилась, пока плавали. Утащил аж на за дерево. О, и на эту поклевка. Так, но здесь на лодке надо будет плыть. По-другому никак я его не вытащу. Сейчас на лодке поплывем туда. Вытаскивать будем. И на этот поклевка пойду. Офигеть здесь. Тоже. А, опять в корягу ушел. Фу, не успеваю за поклевками бегать. Везде клюет. Как бы здесь тоже не пришлось на лодке плыть. Угу, под корягу тоже ушел. Это все с лодки делается. По-другому никак здесь не получится. Сейчас поплывем. Что-то делать. О, за все деревья. А не знаю, назад надо отплыть как-то. Чтоб... Ну, походу, там рыбы уже нет. Уже сошел он. Ну да, как утащил, прикинь. Или есть, что-то есть. Да, что-то есть. Да непонятно. Да, коряга. А, и рыба есть, и коряга есть. Полный набор. Ага. О, амур, прикинь. Еще один. Хоть одну рыбку поймаю. О, этот хороший. Ё-моё, вот этот хороший амур. Вот это амуренция. О, вот это да, вот это рыба. Подожди, да я сразу отцеплю, а то потом это. А, нифига он заглотил там. Потом не отцепишь, где эти мои пассатижи? Потом запутается в садке вот эта вся шляпа. Фу, вот это паровозик действительно. Так, да блин, ладно. Я рыбалку на амура требовали, я рыбалку на самом, вот, в одном. Да. Ой, что-то он, мотором подожди. А, мотором? Да блин. О, о, хороший амур попался. О. А, такой вот. Фас. Ну вот, три амура. Два амура именно вот с этого места поймал на донку на кукурузу. Одного с той стороны. На камыш. Так что амур здесь конкретно идет. Ничего не скажешь. Сазан тоже хорошо. Ну вот я там сколько уже на этой коряге сазана потерял. Даже не знаю. Очень много. Все, еще раз проверим. Вот остатки кукурузы, то что у меня остались. Вот это вот
и еще чуть-чуть есть там. И все. Кукурузу больше варить не буду. Все, на вечер все снасти уже пойдут на хищника переделываться у меня. Ты не рыбак. В общем, сейчас здесь оставлю две закидушки, переделаю их чисто на амура. Одну увезу напротив, там тоже поставлю на амура, сделаю. А вечером сюда поставлю поводки, уже тройники, и чисто на хищника сделаю. Потому что сейчас хищник все равно не будет клевать в такое время. Быстро летает. Что-то поймал, что-то поймал. Удар был мощный. Удар был мощный. Ну, маленький. Еще и снаружи. Такого даже на самане не пойдет брать. Ну, ударил он жестко. Вон еще плещется. Самую наживку. Ого. Ага, хороший.
Не самого я на жизнь. Ничего себе. Да, пока мы его вытаскивать будем, мы уже все места проплывем. Ну, мы потом поднимемся. Нифиговый, нифиговый. Я опять камеру забыл включить. Как я боюсь второго крючка, ты бы знал. На, держи сам его. Двушечка. Не, не двушечка, полторашка где-то. Нет, больше. Полторашечка. Так, звероподобный. Ну-ка, отдай. Ратлин. Аккуратно. За чё он там зацепил? Да, за макушку. Ну, так, стоп. Блин, не выходит. Открой, открой, дружище. Все. Хороший. Ну, сколько мы... ради него проплыли, проэтовались. Ну да, самых верхов уплыли туда. Сейчас чисто сплавляемся так вот. Я на веслах сегодня. Ловим жерешка. Дэн увидел место, где у него жерех клюнул, все. Теперь ему опять туда надо. Ну да, он вот там вот, да, стоял. Ладно, давай я на веслах буду, а ты лови. А то я вчера ловил весь день. Давай гаси вот здесь тоже. Или вот здесь он был? Не здесь? А, вот здесь, да, мы вот так проплывали. Ну, сейчас ты пропустишь опять место нужное. Нет, нормально. Вот здесь? Да, интересное такое место. Ага. Место интересное. Тише, тише. Тише. Смотри, хорошие здесь, да, стоят? А чё я не ловлю? Ну-ка, пока все равно уже ты с ним разбираешься. А ты на белую ловишь? Нет, я на зеленую ловлю. Как это не будет? Ты что такое говоришь? Только на серебро ловится. И что, сейчас опять назад поплывем? А что делать? Думаешь, без вариантов. Ну да, там такое место, видишь, из-за куста выходит струя. И считай, с этой стороны тоже струя. И он там по центру, видать, стоит. Еще один заход. Смотри, сколько. Ага, в одном и том же месте. Я даже камеру не стал включать, думаю, хрен поймает третьего. И он его ловит. В одном и том же месте, в одной точке. И весь крупный, смотри. Да ну нафиг, блин. Вот как так? В одном месте. Три поклевки. Четвертый заход. Весь жерех на этой рыбалке пойман на дэновские ратлины, кстати. Зайдите, посмотрите Инстаграм, оставлю ссылку и канал в описании к видео. Сам их делает, вот эти приманки убойные. Ну, ты что, блин, сейчас сглазил. Нифига. Ну? Все, только троица, да? Да, слушай, давай попробуем зацепиться, а вот сюда. Ну, давай сейчас на моторе. Да, давай вот так прям снизу подойдем на моторе. Как раз снизу всего жереха туда сгоним.
пошли попробуем. Блин, смотри, да? Да нет, здесь нет, пошли. Припаркуемся туда, попробуем. Ты так прям хочешь впарковаться? Ничего себе. Опасно. Че, уплывает? Ты вот эту веревку возьму. Да давай, кидай. Я подержу. Есть? Есть. О, видишь? Надо было сразу так вставать. Ничего себе маленький. Такой среднячок. Она сама на нарезку пойдет как раз. Он опять амур сгрызает и не попадается. Но главное, что он здесь ходит. Блин, Дэн, тише. Оторвался? По-моему, оторвался, да? Стоял амур, поймался. Да, вот мы подплывали. Он оторвался. Блин. Ну вот так мы подплывали, он, конечно, шугнулся. Ай, блин, ушел. Мимо. Он сорвался. Ага, нормально сорвался. Потом подумали, что... Выдержал, да, хорошо. Дэн нашел. Говорит, здесь большой тарантул живет. Ну-ка, не светит, вот что-то слишком яркий. Вот в этой норке. Говорит, сейчас его видел здесь. Пришли, он, видать, спрятался туда. Не знаю, вылезет, не вылезет. У нас есть лопата. Не, ну копать мы его не будем, конечно. Тогда посмотреть было бы прикольно. Ну ничего, если что, завтра, может, ночью заснимем. Вылезет все равно оттуда. Короче, нам покоя не дает тарантул. Хотим его вытащить из норки, посмотреть поближе. Сделали вот такую конструкцию, жвачка. Она... плетенки, короче. Сейчас туда опустим, он вцепится в жвачку и вытащим, рассмотрим, короче, его.
Давай. Поехали. Большая слишком. Слишком липкая. А, давай, давай. Да поближе возьмись, чё ж ты. Поймал? Не знаю. Нет? Ну он ее там колбасит. Надо, чтобы зубами впился, говорю, тогда он сразу на ней повиснет. О, вроде пошел. Отпусти. Короче, он зубами впивается. Ползет. Вон, на зубах у него осталось. На зубах растянулось. Ё-моё. Ну, вместе с этим, видишь, не пролазит в этот, в норку. Да, он, получается, растягивается просто, жвачка. Ну, ё-моё. Давай, я попробую да его вот так активировать, чтобы он разозлился. Да он и так уже вон, на палочку кидается, вылазит. Почти вылупились. Ну давай кусайся, блин. Атакует, блин. Все, замер. О, укусил. Опять растянул. Жвачки наестся. Сейчас он укусил. О, опять укусил. О, блин. Не, видишь, она слишком, блин, на зубах растягивается. Пластилин надо. На пластилин, говорю, жвачка, видишь, она тянется, поэтому не получается. Еще одна попытка двух взрослых мужчин, которым заняться нечем, вытащить тарантула из норки, посмотреть на него. Конечно, можно было просто взять лопатой и выкопать его. Но мы хотим просто посмотреть, и пусть назад бежит. Вот и мучаемся. Очередная попытка выловить тарантула. На этот раз я сделал из теста вот такой колобок. Как жвачка, он не будет тянуться. О! Кусается. Ну, блин. А ну-ка, следы есть от зубов? Да, вон, видишь, дырки. Угу. Кусает колобок. Сейчас я его попробую поменьше сделать еще. О, вцепился. Ну. Блин, вот сильнее потащишь, сорвется же. Вцепился зубами. Я сильнее потяну, тесто сорвется. Блин, зубами там вцепился, но он держится лапами там. И поэтому нереально вытащить, блин. Ну, вот, смотри, затаскивает аж навнутрь. О, отцепился. Вон как, разодрал. Ничего себе. Вкусное тесто. Смотри. Смотрите, что сделал. О. Есть, конечно, вариант туда еще воду залить, он вылезет. Но опять-таки не хотим ему плохо делать, ничего. Просто посмотреть. Покажись и все.
Все, опять назад нырнул. Ну я-то его вчера видел. Я-то нет, я его только так в норе вижу. Большой был. Все равно. Вон он вцепился опять, вон он. Затаскивает внутрь. О. Ну, он как покусал. Все тесто искусал. Бесполезно, в общем. О, яд, смотри, мокрая вся. Угу. Вот на этот раз он пустил яд. До этого он просто, ну, кусался. Да, без яда. А в этот раз он, блин, не знаю, фокуса нет, да? На этот раз он вся мокрая. Яд пустил на тесто. Ну, убил тесто. Сейчас что-нибудь еще подумаем, короче. Посидим, придем опять ловить. В общем, иду я вам показывать тарантула. Вижу, там глаз его светится. Сидит возле норки. Но, блин, пока ярче не делаю фонарь, чтобы не шугнуть. Сейчас посмотрим. Испугается, убежит, нет. А то я его все хочу заснять. Уже как только не пытались его вытащить. Сейчас пока светить буду в другую сторону. Вон он огромный. Настоящий тарантул. Сейчас. Так. Где он там? Вот он. Смотрите. А? Видели, какой паучара? Ну вот, не пришлось его вытаскивать. Сейчас поярче сделаю. Целый день пытались его из норки вытащить. Никак не получалось. Ну вот он сам вышел. Кусался, брыкался, вылазить не хотел. Но норка слишком маленькая. Он вон какой огромный. Поэтому мы его и не могли вытащить. Ну все, дело сделано. Тарантула я показал вам. Ой. Вот такой кабаняра. Ну такого большого я, по-моему, еще ни разу не видел. Вот поменьше, я говорю, их очень много. Они вдоль берега роют ямки. И ночью, когда идешь, их прям порой очень много. Чар. Интересный. Интересно, шугнется, нет, если я поближе подойду. Вот так вот. О. Вот такой, короче. В общем, поплыли мы сегодня. Жереха половить с утра на деревьях. Но в основном-то деревья ловятся. Ой-ой-ой. Короче, зацепили один, я на дерево забросил. В итоге у меня спиннинг вообще с лодки выпал. Отцепляем, как можем. Он, видишь, за маленькую веточку там зацепился, получается. Поймал жереха, но он, по-моему, под корягу куда-то затащил. Сразу же. Вообще непонятно. Да, он, видать, я его тащил, и он вот так вот вошел туда под корягу, под какую-то. Он там еще нет. Что-то уже. Уже что-то тишина. Нет, там он. Ага, все, вышел.
Да что-то такой середнячок. Попался. Под жабру вошло. Нормально? Ну, жабра не задета, он просто... Ну, давай отпустим его. Смотри, весь каких-то этих наростов. Ага. Больной. Бородавки выросли. Рот кривой, видать. Кто-то его или ловил, или... Давай, отпускай его. Пусть плывет. Да, какой-то в пятнах весь. Он, видишь, плещется в том месте. О, да ладно. Ненавижу судачков за это. Ну, даже судака поймал. Ну, на джиг здесь точно не половишь. Это нереально. И с ратлем-то цепляется. О, нормальный. Или ненормальный? А? Как думаешь, нормальный, ненормальный? Да, мелкий. Он костлявый будет. Что за цеп? Ну, о, у меня тоже есть. Слушай, надо тогда вернуться, опять нам застопориться. Ну, вот здесь он, видишь, перекатик. Может. Твой отдельно, мой отдельно. Такой же. Прикольно. Вот нашли место. Я же говорил, поплыли. Я говорил. А я на серебро поймал. А какая разница? Вон я на белый тоже поймал. Ребят, стайка шла. Боюсь так поднимать, оторвет плетню опять. Мой убежал. Да ты чё? Я его в лодку кинул, он как выпрыгнул. Ну тогда и моего отпускай, чё. Ну он такой, не совсем едовой. На сама нам уже не надо. Да, чуть-чуть крупнее надо, прям вот буквально. Килограммчик еще добавить. Не, ну полкило можно. И будет норм. Я понимаю, мотор на вот. Да, хороший. Сразу чувствуется размеры. В общем, все, собрались уже практически полностью, рыбу достаем.
Все, трое суток рыбалки. Вообще, конечно, классно порыбачили. Конечно, не без помощи того, что лодка у нас есть с мотором. Получилось везде поплавать, пораставлять снасти и так далее. Конечно, это сыграло тоже роль очень большую. Ну и с берега тоже я неплохо половил. В принципе, то, что у меня стояло, вот, всего две закидушки, считай, на берегу. И то я поймал двух амуров, сазанчиков несколько штук. Ну а так, в принципе, полное разнообразие. Жерехи, судаки, амуры, самы. Всех ловили. И неплохо, удачно, причем ловили. Хорошие места. Места хороши тем, видите, здесь практически мусора нет. Так вот редко попадается. Просто сюда не каждая машина сможет заехать. Во-первых, через кушары. Это то, что я не люблю именно для своей машины ездить в такие места. Но на этот раз поехал. Ну и там есть такие непроездные части. На обычной там какой-нибудь пузатерке сюда никак не проедешь. Даже на паркетнике сюда на какой-нибудь вряд ли получится въехать. Вот поэтому здесь и такие места более-менее дикие. Не изъезженные машинами. Не замусоренные. Вот это вот как там в верхах, где все полностью засрано. Здесь хорошо. За все время, сколько здесь были, также никого не было нигде, ни на берегах, нигде. Там только выше, куда плавали, где подъезды есть, к речке нормальные, там людей хватает. А здесь нет, здесь классно. Правда, в этот раз жерех не так уж хорошо ловился, хотя здесь и такие места жереховые. То, что я вчера собирался переделать все снасти на хищника, не переделывал, потому что вчера начался очень сильный ветер. Ну и не получилось рыбалка, вообще клев прекратился. Вот считай, сегодня за утро мы просто несколько жерешков поймали. Самы не ловились, амур всего один, объел камыш, но тоже не попался. А так, в принципе, больше рыбалки не было. Вот вчера с обеда как-то прекратилась рыбалка, когда ветер начался и все. Но зато первые два дня, когда мы ловили, рыба, конечно, перла вообще просто нереально. Ну а я все, на этом эта рыбалка закончена. В следующий раз я, наверное, ну хоть я и здесь амура и половил, я же вам говорил, что на амура поеду. Хоть я здесь амура, конечно, и половил, но все-таки я поеду опять в то место, ну, где амур плавает дофига. И там его половлю, попробую. Не знаю, там, конечно, рыбалка намного сложнее будет. Попробую, может быть, и там чего поймаем. Ну, кстати, я еще хочу на Змееголова поехать, может быть, даже на Змееголова поеду в следующий раз. Ну и все, все на этом. Спасибо вам за внимание, спасибо, что досмотрели до конца. Собираемся домой. Вам удачных рыбалок, хорошего настроения. Пока-пока. Да, собаки тоже устали, домой хотят. Да, Чопик?